Только заехали, покажу пока еще чисто, но, конечно, темно. Маркуш, не разувайся. Не разувайся, мой слад. Закрывай, закрывай, что-то непорядок, что здесь все открыто, конечно. Да. И лестница манящая просто наверх. Длинная. Да, Марк? Но мы пока не будем туда. Первый день. Мы только въехали еще поздно. Поздно, точнее, темно. Сейчас только 6 часов вечера, но уже, конечно, мрак. Зато очень здорово, что здесь можно отдыхать вместе с животными. Вот наш парнюша. Для нас это тоже важный момент. Маркуша, ты будешь готовить пульт? Марк разулся, конечно, уже, но тут прям очень жарко. На мне джоггеры, кстати, Asos. Опа, включи, малыш. Джоггеры бренда Asos, и они очень классные. Они с начесом внутри, но я не брала Petite, хотя на маленький рост рассчитаны. Просто потому что они, ну, совсем коротыши. Это Барни меня уже тут лапами своими понаступал. И ботинки в гамбон, конечно, удобные, очень безумно. Мне очень нравится, как такое чуть завышенное голенище, достаточно узкое, смотрится с объемным низом. Очень классно смотрится. Здорово на праздники, когда приезжаешь, и так забивается холодильник всякими вкусняшками. Самая моя любовь, конечно, сыр. Вкусняшек взяли сок фруктовый, натуральный, с орехами, миндаль, всякие кеши. Очень вкусно. В Турции покупали такие сладости, мне мама привозила, и прям запали в душу они после этого. И вот такая вкусняшка, это, в общем, кокос получается в йогурте, и все. И это безумно вкусно. Я не знаю, это не сравнится даже ни с какими там кокосанками или чем-то другим. Это прям вот натуральная сладкая штука. И парнюша тоже. Сейчас уберем все эти пакеты, конечно. Так, будем разбирать сейчас пакет. Небольшие покупочки из Икеи. И не только. Сейчас вместе с вами разберу. Вот это не из Икеи, это мы покупали из Леруа. Тут очень красивые свечки такие. 4 штуки, серые, тонкие. В Икеи взяла 8 красных свечей. Это, конечно, они у меня ассоциируются исключительно с Новым годом. И очень мне нравится сочетание черного и красного. Поэтому буду думать, какие свечи сейчас ставить на день рождения. Очень классный подсвечник на 4 свечи, очень легкий, и его удобно возить для того, чтобы вот антураж дома создать, украсить. И мне понравились еще тоже красные полосатые салфеточки. Вот, в принципе, и все.
Не, не все, еще затерялась вот такая обычная стеклянная штучка для... Тоже подсвечник для, в общем, большой полноформатной свечи. Все в такой тематике. Мне нравится цветовое сочетание. Останется только, конечно, дорожку скатерти на стол. И будет очень красиво. Не уверена, что на камере такая красота передается. Хорошо. Для Маркуси. Очень красиво. Ну и так вкусно, да, Марк? Сырничек. А с таким видом так вообще. Ну и ветер. А вот там впереди уже наш домик сразу. Здесь на берегу находится ресторан. И до домика у нас идти буквально 2 шага. Вот первый угловой. Вот этот. Это уже он. Специально одну из посылок оставила на сегодня, чтобы создавалось ощущение дня рождения. Сейчас буду ее открывать, смотреть, что там. Ну, точнее, я знаю, что там, но так интереснее. Сейчас, между прочим, 11 часов. А темно, как будто уже вечер. Свет, конечно, сейчас вообще абсолютно безобразный. Даже не знаю, где лучше показывать. Тут совсем темно у нас. Сегодня погода такая в Петербурге. Так, первое это...
такой ремешок из натуральной кожи, плетеный. Безумно красивый. Очень давно я хотела именно такой. Очень классная серебряная пряжка. Достаточно длинный. Хотя, в принципе, тут дырки-то не нужны. В любую втаскивайте. Я уже в образах покажу, наверное, поближе ремешок. Так, это первое. Это рубашка Levi's. Брала в размер L для того, чтобы она была прямо оверсайз. И я на нее делаю большие ставки. Но, честно говоря, сейчас через пакет ощущаю, что она достаточно мягкая. Сейчас буду смотреть. Решила я прийти чуть-чуть к свету. Кстати, здесь вот такой вот шикарный вид на реку Воксу. Достаточно мягкая. Я думала, что она будет немножко больше, как джинсовая куртка. Да, в размере L. И в таком, называется она как в ковбойской стилистике, потому что здесь вот такие детали красивые на груди. Ну и красивый темно-синий оттенок. Ну, в общем, надо мерить, пока непонятно. Сейчас же на свету покажу ремень. Очень красивый ремень. Ремень действительно обалденный просто. Очередное сегодняшнее включение. И снова по косметике. Так уж получилось, что этот влог, он просто зазывает показывать именно косметику. И это, наверное, уже всем известная Рише. Косметика из натуральных органических компонентов. И я тестировала, скажем, косметику для лица и для тела. И для лица это значит сыворотка, матирующий крем. Очень мне понравились патчи. Классно, что они в индивидуальной упаковке. Как раз таки вот именно их удобно с собой возить, если вы куда-то едете. В общем, берете их с собой, не нужно большую банку увезти. Очень мне понравилась мицеллярная вода. В принципе, очень хорошо справляется с макияжем. Но, честно говоря, вот если сравнивать эффективность, то, конечно, я вот больше всего осталась в восторге, ну, конечно, от щетки. Потому что у меня была подобная щетка, но только, скажем, просто какая-то такая небольшого размера, это прям с мою ладонь, и у нее щетина была совершенно другая. Она была намного мягче, и с другой стороны еще были такие типа пупырышки. Якобы она тоже была массажная, но вот к этой щетке я достаточно долго привыкала, потому что у нее средней жесткости, наверное, щетина. И, конечно, когда вы делаете по сухой массаж, она ощутима. Но вот именно к ней, когда привыкаешь, она действует намного лучше. Ну и в идеале, конечно, с ней работать вот после всех процедур. Например, для меня самое интересное это, конечно, вот эти вот скрабы, которые лучше всего справляются именно с проблемными зонами, просто потому что здесь всегда добавлены масла. Я прекрасно понимаю, что в принципе можно делать домашние скрабы, многие оставляют кофе, но тут правильно подобранные гранулы. Вот, я вам, надеюсь, видно, тут прям настоящие кристаллики, они достаточно большие для того, чтобы именно с нужными зонами справляться. И вообще, конечно, без скраба следить за фигурой достаточно тяжело. Ну и просто король всей посылки, это, конечно, масло. И, конечно, оно помимо суперкрасивой упаковки, оно еще очень действенное. И у меня, конечно, без этого похода в зал не идут. Ну и на всей этой волне хочу еще вам показать кое-что. Ну, естественно, Adidas. Это тоже новое приобретение, скажем так, для спортзала. Я настолько долго искала. Блин, сейчас шуршать же буду. Настолько долго искала именно в темно-синем оттенке леггинсы. Я хотела их давно поменять, уйти от неоновых цветов безумных, которые я носила очень давно и никак не могла сменить.
что как-то не доходили у меня руки. А сейчас я купила с очень красивой резинкой здесь. И самая главная фишка этих леггинсов — это вот такие вот дырявые. Видно здесь на голени. Это очень красиво. И вторая ножка сделана так же, только уже с логотипом. И цвет безумно красивый, синий. Я думаю, что так и тут будет виднее, понятнее. Цвет очень красивый, такой благородный. Так мне хотелось вот этого ретро-синего оттенка. И здесь очень правильно, как всегда, скроены лекала, которые только подчеркивают фигуру. Идеальные, в общем. Мой наряд сегодня. Хотела быстро сказать, но вот частично мой наряд, мои ботинки. И да. Итак, попытка номер два. Мой наряд сегодня — это такая трикотажная майка из хлопка от Манго и частично костюм бренда Левертивер из итальянского трикотажа, очень красивый шоколадный такой цвет, но он называется трюфель, более затемненный такой, очень красивые широкие штаны. И вообще я брала комплект вместе с кофтой, но здесь оказывается настолько жарко, хорошо так топит, что собственно я в трикотажной кофте, и мне настолько комфортно, что даже не передать. Поэтому такой расслабленный день рождения у меня сегодня. Ну что за мужчина шикарный, а? Да. Хотела вместе с вами разобрать посылку, которая у меня пришла от Mixit. И самое главное, что здесь мы заказывали, это антисептики. Я вам уже их показывала, они у нас закончили. Выложила вам все, чтобы все было понятнее. Антисептики, которые мы уже заказывали, я вам показывала. Мне безумно нравится их запах. Ну, конечно, нужно же знать всегда, что любые антисептики, особенно которые на основе спирта, они жутко сушат кожу, поэтому, конечно, нужен дополнительный уход. И у Mixit решила попробовать скрабы специально для сухих участков, в том числе там локтей, например, или даже губ. Они подходят, очень нежные, ну и для рук в том числе. И также маски для рук. У меня руки вообще, в принципе, очень подвержены, в принципе, сухости и покраснениям, поэтому маски – это вот спасение. И также хочу попробовать еще сливки для ванны. Они тоже должны, в общем, придать шелковистость. Убрала я сразу эти салфетки со стола, потому что они могут испортить абсолютно весь вид. Вот эти вот полиуретановые салфетки. Уж лучше намного смотрится дерево. Ну, конечно, свечи, подсвечники. Ну, это просто. Они такой уют создают. Посмотрите просто, какой у нас вид из окна. Я бы так жить смогла, честно. Правда, погодка так сильно бушует у нас за окном. Прямо речка с ума сходит. Отсюда, конечно, не видно, но я потом выйду, покажу. Очень красиво тут, конечно. А вообще летом, если бы мы здесь были летом, то здесь очень здорово и обедать, и ужинать. И я представляю с нашими белыми ночами, насколько здорово здесь проводить целый день. Плюс там еще есть берег. Я надеюсь, что мы сходим погуляем, когда мальчики будут готовить шашлык. Пройдемся, я вам тоже это все покажу. Немножко покажу нашего участка. Он закрытый, территория не очень большая, но очень уютная. А сейчас идет дождь. Я надеюсь, мне это простить, но хочется оставить этот день все равно в памяти.
меня, кстати, сейчас настолько колят сильно руки от именно ветра с дождем. И мы когда сидели, завтракали, я говорю, у меня ощущение, что это просто норвежская погода. Потому что, ну вообще, сейчас я вам все покажу. Смотрите, тут отдельно для жильцов есть магнитный замочек. Вы можете пройти на пляж, но, как вы видите, никакой из людей не будет. Я не знаю, насколько слышно меня от этого шума, но очень красиво, конечно, и два одиноких зонтика. Но мы с вами пойдем обратно. Чуть-чуть буквально покажу территорию. Вот, кстати, ресторанчик, где мы завтракаем. Мы завтра будем там же завтракать. Вот в этом шикарном номере, который впереди, вы видите, живет замечательный мужчина с кошкой. Здесь можно с животными. А вот и наш домик, там светятся огоньками. Вот первый этаж и второй этаж, мансардные окна. Здесь находится, кстати, вот веревочный парк. Тут есть, ну, конечно, не для этой погоды. Вот отсюда видно, я вам отсюда покажу. И вот в том дальнем окошке. Андрюша укладывает, как старший братик, Маркушу, а мы жарим шашлыки вот в такую шикарную погоду. Наверное, я буду камеру выключать, потому что я боюсь, что моя бедная камера просто не выдержит такого дождя. Но очень красиво, очень красиво. Вот. Смотрите. Это, собственно, терраса. И здесь было бы замечательно просто, если бы не было дождя. А тут такой сюрприз нас ждал. Смотрите, какая прелесть. И все это на фоне вот этого. Красиво. Спасибо. Проходи, проходи. Слушай, тебя ты снимаешь, как ты кушаешь. Как ты кушаешь? Такая тарелка уже. Ой, косточки. Давай, я тебя сниму.
такой грязный объектив. Вчера после дождя весь объектив просто пятнышко. Вот так клич за завтраком. Машинка у тебя, да? Угу. Это что за звук такой? Вот так тут выглядят домики, такие небольшие таунхаусы с отдельными входами и маленькими террасами. Здесь становится газовый гриль. Очень красивый сосновый лес. И видно Воксу. Конечно, когда выходит солнце, совершенно другой вид. А вон там, чуть-чуть подальше, это уже наш домик. Он также с видом на реку. Очень тут, конечно, хорошо. Второй день. А уезжать не хочется. Мы сегодня как раз уезжаем уже в 3 часа дня. Ну, какая погода шикарная, еще такие валили хлопья снега небольшие. И такой мальчик сладкий, а? Кто такой сладкий мальчик? Кто? Ты красивый, такой зеленоглазый. Мама! Ой, какой! Какой ты вообще! Ой, такой ты ухоженный. Спасибо, Маркуша. Маркуша делает тут Новый год. Ой, как красиво. Молодец, все вещи уже вытащили. Сейчас будем собирать сумки.
И, естественно, два моих любимых рюкзака, которые постоянно со мной путешествуют. Это один мой гладкий, из гладкой кожи. И второй из пористой кожи. Вот этот более спортивный. Очень красивый, очень надежный. Столько со мной путешествий пережил и вообще отлично себя чувствует. Конечно, вот натуральная кожа выше всяких похвал всегда. Сейчас уже будем собирать сумки. Хотела быстренько показать, какая переменчивая погода. Посмотрите, какая красота. Выпал снег. 20 ноября. Это просто безумно красиво. У нас сегодня было все, и солнце, и снег. Класс. Сегодня уже заканчивается третий день, последний, когда мы здесь катаемся. И как раз Марк взял косметичку, я хотела вам показать, что я брала с собой. Так, быстренько хотела вам показать. Я уже в сторис показывала полностью этот набор. Это гель для умывания. И крем. Вот такие миниатюрки, очень удобные. Маркуш, очень удобные, конечно, в дорогу, потому что у меня совершенно небольшая вот такая косметичка. И сюда абсолютно все входит, вот именно благодаря миниатюрам. Тоник такой же фирмы Jumbo. И это первый раз я, собственно, эту фирму изучаю. В общем, тестирую. Также это уже известный для меня и горячо любимый бренд, который от меня очень быстро укатывается. Это Medi Answer. Очень классные у них, я говорила, маски и лифтинговые патчи. И они как раз создают такую косметику, которая, знаете, формирует овал лица. После 30 лет очень интересная у них. Так, все у меня забрали. И вот это вот прелесть, миниатюрка. Это тоже бренд Jumbo. А, посмотрите, какая она маленькая. Ну и самое главное, что вот так вот ты выезжаешь на 3 дня, и у тебя все с собой и очень удобно. А, крем для рук один. Сибирик, масло. Ну, не могу сказать, что я супер довольна. Ну, в общем, удобная упаковка, поэтому с собой взяла. А сейчас мне очень нравится Mixit. Я покажу маску для рук. И маленькая расческа, она тоже в такого формата маленького. Это бренд Kent, известный английский бренд, который поставляет расчески для королевской семьи. У них просто потрясающее качество. Вот так вот нужно поступать с сывороткой. Угу. Вкусно? Еще изображает, что попил. Марк. Все хорошо, все нормально. Да. И, в общем, эти расчески, они представлены на ASOS. Я, собственно, именно там заказала. Она имеет, видите, такое широкое расстояние между щетинками. И это позволяет, в общем, волосам, которые очень сильно путаются, особенно зимой, ну, оставаться, скажем, расчесанными без повреждений. Потому что и самое главное, что это полностью натуральные материалы, а также она очень маленькая и удобна в дорогу. Пока вам все показала, я надеюсь, что я сейчас все обратно найду и сложу. Нам уже нужно собираться, потому что через 2 часа нам выезжать. Вот еще пока забыла. Купила во Вкусвилле твердый шампунь. И тоже с собой брала, потому что очень удобный формат. И хочу сказать, что это очень классно. Это вот такой брусочек. Не буду доставать, потому что он немножко липкий после использования. Вы его намыливаете, используете как шампунь. Очень здорово, мне очень понравился. Так что рекомендую, если вы еще не пробовали твердый шампунь, но очень хотели бы попробовать, то вот этот крапивный из Вкусвилла, он стоит недорого, но после него волосы очень долго остаются в хорошем состоянии. Вот кусочки от этого шампуня, кстати, вывалились тут.
О, недоволен. Очень красивая комната. Сейчас, хотя Марк включил свет, но, по крайней мере, покажу вам. По-хорошему нужно показывать, как только заезжаешь, но было немножко не до этого. Поэтому, как есть, здесь уже у нас приготовлены рюкзаки, одежда в дорогу Марку. Очень уютно. Смотрите, как товарищ стоит. Да? М? Маркуша! Маркуша! Марк изучает снег. Это же его первый осознанный снег. До этого он его видел, но в коляске и не особо понимал. Готов? Словишь? Опа! Ну ты даешь! Такая длинная лестница. И получается две комнаты. Одна наша. Здесь общая кровать. Ну, я, в общем, вам уже показывала. И Андрюшина комнатка. Она даже побольше. Но тут вот такие две кровати. В общем, мансардная такая крыша. И все та же красота. Очень классно, что здесь находится дерево, береза, которую вот я показывала вам вчера. Ее не стали срубать, она растет прямо из террасы. И вокруг нее построили, собственно, дом. И это такое единение с природой. Если вам отсюда заметно, то там в том доме еще такое же абсолютно дерево. Вот оно растет прямо из крыши. Терраса сделана абсолютно так же. Очень здорово. Сегодня вот первый самый настоящий снег выпал. Такой скрип классный. И там уже реку не видно абсолютно. Кажется, что это один белый горизонт. Хотя сегодня утром был такой рассвет красивый, желтый. И все было видно. И реку так было видно. Фокса переменчиво. Варнюша, давай оставим следы с тобой. Красиво, как лесо. Лисичка наша. Все, прощаемся с этим местом. С шикарным этим видом. Все, пошли. Какая красота. Это, видимо, уже работа Андрея. Просто божественно. Блин, и снег вот как надо, он хрустит. Не упади только. Класс. Я? Да у меня вроде как раз устойчивая.